Продолжение. Сегодня 20 мая 2016 года. Вот я там недавно снимал пирс, что чистая вода. Вот решил заснять вдоль берега сейчас все везде, что какая вода чистая. Все дно видно даже. Вот. И вот сейчас вот я был на пирсе, и у нас года два назад терялась мордушка. Вот я ее нашел. И главное удивительно, за эти два года она уже погрузилась полностью в ил. Немножко, несколько проволочек блестели на солнышке. Я их увидал, зацепил. То есть проявил любопытство и вознаграждение получил. Тут я уже показывал все. Как сегодня я крестик нашел. А, я это не показывал. Крестик я сегодня нашел. Кто-то купался и нашел крестик. Вот. Это брат меня, Никита, фотографировал этот крестик. Тут все видно. Столбушки, какое дно, где какая яма, где какой бугорок. Где вот такая вот деревянная. Вот я сейчас крестик покажу вам. Вот он. Вот он крестик. Вот я его нашел под водой. Это как раз где там лестница слазит обычно. Ребятишки, видимо, кто-то из них потерял. Потом буду искать владельца этого крестика. Может, кто-то деревенский, а может и лагерный даже кто-то потерял. Я вот сейчас покажу, как здесь опасно. Вот они, столбушки. Видно их. Буду надеяться, что видно. Вот. А здесь наши ребята любят нырять. Пойду сейчас дальше. Вот сколько мошкары, комаров. Плодятся и размножаются по слову Господню. Они уже в деревне нападают на всех. А скоро будут вообще атаковать нас. За наше грехопадение, за наши грехи. И вот сейчас дальше я покажу, как вдоль берега, насколько чистенькая водичка. Тут я пройду кусты. Немножко неудобно. Вот тут мы посадили ветлу, вернее столбушок поставили. Вот, а он начал прорастать. Влаги она любит, влагу ветла. И все, пошла расти. Вот интересно, зеленый он мох, на дне его видно. Сейчас поближе подойду и покажу. Это ягодные кустарники. Вот какая красота. Вот он, зелененький. Вот. Это я себе сделал такую проволочку. Шестерка проволока, метра где-то около двух длиной у меня. Вот я так беру. Например, вот этот. Ага. Это не поддается. Что-то конкретно уже хорошо так забито. Или слишком тяжелое. То есть мне оттуда не достать. Вот сразу муть поднялась. Вот, это надо уже в саму воду залазить, а вода холодная. У нас только два дня сейчас вот жарко, по 30 градусов, а остальные дни холодные были. Земля холодная, вода тоже. Вот всякие палочки лежат на дне, все видно. Главное, ни одной рыбешки не видно. А тут гальяны есть. Плюс еще мальков запустили, карпа. Вот. Сейчас дальше посмотрим. Вон березка у нас тут растет, да не одна. Вот они, красавицы наши. Вот они, три штучки, четыре там.
цвело тут полно. И сучков всяких, и веточек. Вот так вот раз. И вытаскиваем. Очищение пруда называется. Так вот, ну ладно, оно уже на берегу. Если что, подсохнет. Вот тут можно рыбачить сколько. Так называемая рыбалка. Колышки всякие. Тут много чего можно найти. Это камыш. Посмотрим дальше, что у нас тут творится. Стрекозы летают. Интересное создание тоже. Господни. Обычно караси вот здесь любят находиться. Летают ласточки. Что-то тут ловят. Может, маленькие рыбешки где-то на середине есть. Даже чаек тоже хватает тут. Вот они спариваются, видимо, по две. Что там только на дне не видно. Все видать. Это мышь. Все можно очищать пруд весь. Вот так вот. Вот видно тут наш шифер поломанный лежит, который мы от бобра делали. Вот он. Дальше пойдем. Здесь-то мы защитили, а вот там в другом месте не положили. И он сразу там прорыл туннель свой. Вон бревно даже под водой где-то. Здесь шифер. А тут наши березки. Оп. Даже видно, как мы жердь воткнули эту в одну. Вот такая вот чистота. Вода чистая. Идем дальше. Вот наши ветлы, сиськи. Это у нас тут бушки еще на ограждение куда-нибудь пойдут. Все видать. Такое дно. Сейчас можно все увидеть. Здесь немножко побольше всякого мусора с деревьев. Это
Ну, не видать ничего. Там все-таки, видимо, ветер отгоняет. А здесь нет. Здесь все забито пушком от виклы. Вот так вот. А вот там мутная водичка. Там уже ничего не разглядишь. Мутная. Вот. Вот. Слава Богу. Сколько насекомых-то. Ну, ласточки играются. Ну, так, в принципе, я показал. Сейчас еще покажу на сливе, что там. Тут, может, что-то не видно будет на видеокамеру, но что-то видно. Вон они играются, сколько их ласточек. Мелко насколько. Сколько мелко здесь. Ну вот. Можно увидеть уровень воды. Ну вот так вот, слава Богу. За все. Аллилуйя.